Давненько на этом канале не выходили новые видео. Но дело совсем не в том, что я не ездил на рыбалке, а в том, что последние выезды на лед были крайне трудовыми, и поклевки можно было сосчитать по пальцам. Однако я решил соединить все моменты и кадры из этих рыбалок в одно видео. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Друзья, всем привет! У меня сегодня, можно сказать, праздничный день, потому что это первый выезд на Волгу, на зимнюю рыбалку в этом году. Вот, мы приехали на Волгу, сегодня холодно, мороз, минус 25 показывало, когда мы выходили. И вот сейчас начинаем ловить, делаем первые лунки и будем искать рыбу. Все, что из этого получится, я покажу. Ну а вы, как всегда, по традиции, заранее ставьте лайки. Надеюсь, что в такой мороз у меня получится снять для вас много чего интересного. Ловля на Волге происходила на непривычно малой глубине, в 2-3 метра. Я бы никогда не стал тут ловить, если бы не был уверен в этом месте. Капец, лунка замерзла, то есть я просто приманку еще не опускал, лунка уже замерзла. Уже ледяная корка за секунду. Что-то не то. Холод перекрутился, видать. О, сейчас все видно. Поставил вообще 130-й VIP Люцифер от Бриолина. Посмотрим, будут ли подходы. Сейчас пока раннее утро, мне кажется, самое то на него попробовать. Подходов не видно пока что. Какая-то беляшка появилась в пол воды. Все, блин. Блин, друзья, у меня все дрожит. Это капец, конечно. Все штаны в воде, блин. Сошла рыбка. Фу. Блин, обидно. Блин, еще и перчатка мокрая. Это я, конечно, облажался. Это обидно было. Надо у Сереги еще одну перчатку выпросить. А? 270? А, лед? Я не мерил.
Ну, сантиметров 12, наверное, есть. Может, чуть больше даже. А вот как все выглядит внутри лунки, в которой клюнул судак. Рыбы в ней не видно, но ракушка на дне и резкий свал намекают на перспективность точки. Тот же пейзаж был в лунке моего товарища по рыбалке, однако через минуту он вытащил отличного судака на 2 килограмма 700 грамм. Ой, Серега, какого сударя уработал? Уже камера разрядилась, не снимал. Ну это такое что-то. 2500, 2600, красавчик такой. Блин, Серега, молодец. Такая здоровая рыба, конечно. В принципе, я доволен, поклевку получил зверскую такую, наверное, самая сильная поклевка была вообще в этом году, судаковая. Очень мощно ударил на 130-й бриолин Люцифер, это прям вообще, я поверил в 130-е вибы, я обязательно буду пробовать их в будущем, это прям реальная тема, по таким по довольно крупным рыбам, такие действительно хорошие и большие вибы использовать. Еще открыли для себя Волгу, то есть на Волгу можно ездить, конечно, аккуратно, но можно пробовать. Лед во многих местах очень даже крепкий, такой как бетон, поэтому обязательно еще скоро выйдем, попробуем взять реванш, все-таки вытащить этого судака, которого не дотащили в тот раз. Через несколько дней вернулся на эту точку, чтобы взять реванш. Ой, ну и ветерок. Поначалу подъемов рыбы в охолоте не было видно вообще. У меня тут пипец бели в лунке. Бели вообще полно. И подъем вон идет. Это вновь оказалась рыбалка одной поклевки, которую я, к сожалению, не снял. Ну да, но я вип другой поставил. Если бы я на 130-й поймал, опять же. А то я поменял на этот, на лукиджоновский, мягкий. После этих гонок за судаками мне захотелось немного отдохнуть и прогуляться по летним точкам в поисках окуня. Сегодня проверили узкую часть казанки с балансирами, походили, погуляли, поискали окуня. Ну и вообще, все, что клюнет, на все обратили внимание. Есть ли тут вообще жизнь или нет, и вся рыба ушла за мост Миллениум, вы узнаете в этом видео, поэтому смотрите внимательно, я думаю, вам понравится. Рыбка есть какая-то в пол воды, плавает вообще-то? Белая, не знаю, не белая. Какая-то бель в пол воды ходит, поэтому, видимо, он и активный. Так не поднимается, прям до лунки. Не, бывает, конечно, что и раньше клюет. Но если не клюет, то... О, подъем опять. Сейчас не стал это доклевывать. Сейчас я его попробую раскачать. Он опять поднялся. Да. Он, видите, поднимается. Опа! Ай, блин. Вот он. Я его прям в этот, в лунку впечатал. Но это поменьше. Но так красиво с подъемом, с поклевкой. И там у него еще друг снизу был. Че, на счет играем, да, Егор? 2-1 пока что? В смысле? Он что, без холота не клюнет? Холод убирай, говорит. Я без эхолота ловить не умею, я же не профессионал в рыбалке. О! Есть!
Ой, блин, а. Ты когда-нибудь таких крупных со льда ловил? Я на микроджик еще меньше ловил, прозрачных. Не, я ловил вот таких вот на микроджик, ой. Ну слушай, бахнул как этот, как взрослый судачок. За глаз его, что ли? Ну, блин, вроде нет, вроде нормально. Беги. На фотке он гораздо крупнее сказал. Да блин, ну знаешь ли, фоткать тоже надо уметь, ты умеешь. Ну, мультики, конечно, вообще офигенные. Но я их чисто по эхолоту раскачиваю. Ну, то есть это, поднимается, я вверх его поднимаю, он клюет в итоге. Такой судачок грамм 200, наверное, был. Ой, этот, окушок. Давай. Че, даже так бывает? Такой судачок, грамм 350, наверное, 400. Класс, вообще красавчик. Блин, он тебя взял еще так, да, нормально? У меня тройники тут маленькие. Да. Я тебе размеры заказал. Че, тебе взять этот? А, нет, и так, в принципе, можно достать. Вот это окуни как будто бы. Красиво, да? Опа! Во! Я же говорю. Это окуня. Вон какие красавчики. Сейчас еще быстренько опустим. Блин, как он взялся, а? Сейчас пока они далеко не убежали, надо лифтить. Еще будут. Вон, друзья, смотрите, какой бёршик попался на такой маленький VIP от Акары под Madness. Сразу вообще взлетел, влупил. 3,5 метра, 3,6. Давайте-ка отпустим. К сожалению, без камеры. Ну ладно, сейчас, я думаю, еще кого-нибудь поймаем. Я тут это, на 3 кило поймал судака в июне. На спиннинг, на чупитейл 12-сантиметровый. Это вообще... Этим летом? Вот этим летом, да. Ой, там еще есть рыбки. А что тут смешного? Сейчас. Бершовый лифт. Попробуй. Кстати, глубина больше, чем там. Прикинь. А вот тут... Там вообще метр. 10 метров в сторону. Вон, видите, еще один берш. Он еще один берш подошел. Смотрит. Ну это помельче даже. Смотри-ка, да, какую разную рыбу ловим. Берш, судак, окунь. Вся есть рыба, значит. Да. Ну мелкая уж, конечно, детишки. Вроде бы с поклевкой, но больше с повисанием, чем с поклевкой.